Ручной беспроводной пылесос для одновременной сухой и влажной уборки. Он имеет отличный комплект, качественные материалы, приятный дизайн, вместительные резервуары, LED-дисплей для удобного использования, а также голосовые подсказки. Два режима уборки, один из которых умеет автоматически определять степень загрязнения. Функцию самоочистки, что позволяет не чистить щетку вручную. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к умному пылесосу Xiaomi Dream H12. Но как же на самом деле дела обстоят у данного девайса, я сейчас вам расскажу. А именно девайсом он и является. Всем привет, вы на канале PolyZNet, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать очередной пылесос от Xiaomi. Насколько он хорош, насколько он удобен. 5,7 килограмма. Сама упаковка получается, и точнее с упаковкой полностью вес 8,9 килограмма. А устройство весит 5,7. Вот такая вот радость. Вот так все это дело прям запаковали по полной программе. Вот такая штука. Dream H12. Сухой и влажной уборки. Моет он полы, либо это влажная протирка или все остальное. Вы, разумеется, узнаете то, что у Dream'а очень часто попадаются довольно интересные штуковины. Это факт, потому что это Xiaomi-ский самый-самый дешевый вариант бренда. То есть, если вы хотите что-то поймать дешево, сердито, но в то же время эффективно, то, скорее всего, это про него. Смотрите, здесь даже такой ёршик есть. Притом у ёршика есть штучка, чтобы обрезать волосы. Давайте я все-таки чуть-чуть распакую, покажу по мелочи. Хотя, скорее всего, в ролике вы увидите все. Самое главное, вы увидите это дело в работе. Пластик не совсем дешманский, я бы даже сказал неплохой. Запасной, скорее всего, валик. И эту штуку можно достать. Здесь у нас экранчик. Вот так все это дело выглядит довольно эпично и прилично. Здесь у нас картон. А по поводу валика, сейчас мы посмотрим, как он снимается. 5 секунд, потому что если все это интуитивно понятно, то круто. Если не интуитивно понятно, то не круто. Кнопочечкой вообще элементарно. Все как мы любим, методом тыка. Также методом тыка все встает назад. По поводу пылесборника, все на месте. HEPA-фильтр на месте, все как у всех. Пластик мне нравится. Сборка мне нравится, он даже тактильно приятный. То есть, может, он в конкретно ролике сейчас выглядеть будет не очень, но я вам скажу, это уровень уже топ. То есть, по пластику, по ощущениям, это не тот дешман, который я обозревал года 3 назад. Ну, в принципе, у них еще остались суперэкономные варианты. Это какие-нибудь там увлажнители, которых тоже достаточно, и все подобное. Но вот эта вот штуковина прям, ух, ух. Цвет блеск. Как быстро она поцарапается и придет внешне в негодность, в первую очередь все всегда зависит как конкретно от вас, конечно. Потому что все эти железяки, они имеют способность погибать внешне, только когда человек к ним не очень хорошо относится и небрежно. Вот такая вот штуковина у нас для воды. Клик-клик. Подождите, все. Все так будет просто. Наверное. Фиксатор, и то есть заводим низ, вставляем штучку, все гениальное, как говорится, просто, но только когда ты это сделал хотя бы разок. И следующий момент — это ручка. Всем, кому интересно, уже на канале был обзор подобной штуковины, она очень сильно была похожа, но я хочу отметить, что по качеству, именно по качеству материалов, по качеству пластика и по качеству сборки, она мне меньше эта штуковина зашла, которая была. Вот это уже прям топ. Советую посмотреть, если у кого есть возможность где-то сходить посмотреть. Смотрим! 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, сейчас на канале разыгрывается iPhone 14, OnePlus Nord N20 SE. В перспективе будет еще пару смартфонов, поэтому смотрим. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме в описании, пополняются с каждым роликом их количество. Перейдем же к умному пылесосу. Полетели! Данная модель поставляется только в единственном дизайне. В комплекте H12 мы имеем основной корпус, 2 валика, чистящее средство, ручку, щетку для чистки, зарядную базу, адаптер питания, 2 держателя для аксессуаров и 2 фильтра. Внешне H12 мне импонирует больше, чем прошлый пылесос такого типа, на который я делал обзор, а именно Tyneco Flow One S3. Да и по качеству материала
материалов он лучше. Рука во время уборки не устает, на руке расположили кнопку самоочистки, кнопку включения-выключения, далее есть кнопка переключения режимов, светодиодный LED-дисплей, на котором отображается различная информация, и в основном из самого необходимого это заряд аккумулятора в процентах, а также пылесос поддерживает интеллектуальные голосовые подсказки, что действительно удобно. На тыльной части корпуса есть кнопка, с помощью которой можно включить или выключить голосовые подсказки, или поменять язык русский, к слову, уже на борту. Далее есть резервуар для чистой воды объемом в 900 мл, чего уж как мне более чем достаточно для уборки двухкомнатной квартиры в 50 квадратных метров, так как в Тайнеко было только 600 мл. Резервуар для грязной воды объемом 500 мл. Также пылесос оснащен интеллектуальным датчиком, с помощью которого H12 может автоматически подбирать мощность и расход воды в зависимости от степени загрязнения. Я в основном пользовался данным режимом, так как он действительно неплохо себя показал. Далее есть съемный валик, основной плюс, как по мне, это даже не самоочистка, а то, что из-за продуманной конструкции можно убирать в углах или труднодоступных местах грязь. В Тайнеко Flow One S3 по бокам щетки был корпус, который не позволяет очищать пол рядом с плинтусом. Возвращаясь к функции самоочистки, я советую все-таки периодически снимать щетку и промывать ее вручную. Летим дальше. Dream H12 одновременно выполняет влажную и сухую уборку. Двигатель установлен бесщеточный, номинальная мощность 200 Вт, емкость аккумулятора 4000 мАч, полный цикл зарядки занимает по моим тестам 4 часа 40 минут в среднем. Для помещения в 40 квадратных метров требуется в среднем 45-50% заряда в эко-режиме. В максимальном режиме H12 проживет до 30 минут по моим тестам. Далее. Приложение, поддерживающее H12, нет, к нашему общему сожалению. Перейдем же к тестам. Уровень шума не превышает 76 дБ, во время уборки он достаточно тихий, прикроватную зону или сложно доступные места убирает отлично, основные два колеса во время уборки не издают посторонние шумы, пыль, шерсть и подобные маленькие частички всасывает хорошо, как и более крупные. За счет скребка сильно загрязненные места очищаются лучше, а скребок, который предназначен для очистки валика во время уборки, справляется со своей задачей хорошо. Пол моет H12 также качественно, но в углубленных местах, к примеру, в швах между плиткой он не в состоянии очистить. Правда, были бы дополнительные жесткие щетинки на основной щетке, дела обстояли бы куда лучше. Чай, кофе, кошачий корм, несквик и так далее – не помеха. Для ковров он, разумеется, не предназначен. В целом, работой данного умного пылесоса я более чем доволен. Одновременная сухая и влажная уборка – это удобно и практично. Минусы. Основной минус – это то, что щетка не предназначена для чистки в швах между плиткой. Также отмечу, что нет приложения, а хотелось бы поиграться в нем. Прошивку там обновить. Ну, вы поняли. Поиграться. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале. Сейчас идет распродажа на Али. Интересного и супервыгодного мало, но оно есть. Вдруг на момент вашего просмотра появится именно то, что вы искали, я туда обязательно скину промики. Резюмирую, Xiaomi Dream H12 – это уже второй пылесос умный такого типа. В его работе каких-либо недостатков я не обнаружил, убирать с его помощью одно удовольствие. Пластик топовый, комплект зачетный. Не забываем подписаться на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставил любой комментарий, огромное спасибо, желательно без мата, хамства и рекламы. Вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.